эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Соглашение о сотрудничестве между Саровым и Темниковым состояло заседание городской думы. Памятные даты и важнейшие события России и мира. В рамках проекта ЕГЭ для родителей взрослые сдали экзамен по истории. Игроки Николая Гоголя, Саровский драматический театр представляет новую постановку. Далее расскажем обо всем подробно. Межмуниципальное соглашение Сарова и Темниковского района и итоги работы саровской полиции обсудили депутаты на заседании городской думы. Идея заключить договор о сотрудничестве с соседним районом назрела давно и теперь вышла на финальную стадию. Документ согласовали с администрацией Сарова и ядерным центром. Глава Темниковского района стал специальным гостем заседания думы. Межмуниципальное соглашение между Саровым и Темниковым затронет все сферы деятельности двух городов и их жителей. По словам Александра Тихонова, договор включает в себя сотрудничество в образовании, экономике, антитеррористической работе, культуре, туризме. Особое внимание уделено использованию земель Темниковского района для любителей загородной жизни. Это по созданию дачных обществ на территории из числа жителей Сарова, расположенной на территории Темниковского района. Это первое создание общества. И второй момент – образование дачных поселков с целью застройки частными домами на пустующих землях Темниковского района. Наших граждан пользуются популярностью саровчан это направление. Глава Темниковского района в ответном слове отметил важность заключения соглашения для обеих сторон. Давние исторические связи позволяют развивать взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях. Мы хотим стать спальным районом Сарова. Вообще Темниковская земля – это спальный район. Так, если Сарова комфортный, удобный, желанный, я надеюсь. И дороги, кстати, сделаны в первую очередь только для этого, потому что мы их очень сильно лоббировали. Это дорога через Пурдушки, направление на Пурдушки и дорога направление Темников. Вот это. И дороги в Темникове делаются только первым делом те, которые связывают нас с Саровым. Подписать документ планируют во второй половине марта. Подробнее о заключении соглашения смотрите в новом выпуске программы «Актуальное интервью» 11 марта на канале 16. Также народные избранники заслушали доклад начальника межмуниципального управления УВД Сарова о работе сотрудников правопорядка в 2019 году. По некоторым категориям количество преступлений сократилось, но по-прежнему остро стоят вопросы незаконного оборота наркотических средств и мошенничества с помощью информационных технологий. Масштабы последнего правонарушения, несмотря на проводимую профилактическую работу, растут. Чтобы эффективно противостоять мошенничеству, необходимо наращивать все формы профилактики. Считаем, что назрело необходимость создания соответствующих волонтерских движений, так как силами одних сотрудников полиции с этой проблемой мы не справимся. Почти на 40% в прошлом году снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними саровчанами. Свою роль в этом сыграли профилактические беседы в школах и неблагополучных семьях. В ходе таких мероприятий 4 детей пришлось у родителей забрать, так как была непосредственная угроза их жизни и здоровью. Также депутаты рассмотрели вопрос об итогах приватизации муниципального имущества за 2019 год и изменения в план приватизации на 2020-2021 годы. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в YouTube. К другим новостям. Экзамен по истории сдали в этом году папы и мамы будущих выпускников. В рамках проекта ЕГЭ для родителей они примерили на себя роль старшеклассников и сели за парты, чтобы заполнить кимы и ответить на вопросы теста. Акция уже стала традиционной. Она направлена на снижение тревожности учеников и родителей перед сдачей госэкзаменов. «Сдайте телефон, с собой только ручка и паспорт». С этими словами мам, пап, бабушек и дедушек будущих выпускников встретили организатора экзамена в школе номер 13. Проверить свои знания по истории решили почти 20 человек. Татьяна Маслова захотела на себе прочувствовать то, что предстоит пройти ее сыну при сдаче ЕГЭ. Хотела проверить, как это проходят наши дети, что это очень интересно. Хочу объяснить своему ребенку, что нет в этом ничего страшного, что вот мама пришла сама, все испытала на себе. Ну, очень интересно, хорошее, интересное мероприятие. Заданий здесь меньше, чем на реальном экзамене, и время на их выполнение 55 минут вместо почти 4 часов на настоящем ЕГЭ. Все остальные условия сдачи максимально приближены к действительности. Участники на входе в учебное заведение прошли осмотр металлодетектором, оставили все личные вещи, кроме ручки и паспорта. Бланки те же, что обычно раздают старшеклассникам. Большая часть заданий предполагала развернутый ответ, лишь пара с вариантами. Также родители успели написать сочинение.
За 55 минут успеть многое невозможно, но, тем не менее, написать сочинение миниатюру, представить свою аргументацию, знание исторического контекста, дат и исторических личностей родители успеют. Результаты не так важны. По словам организаторов, главная цель – развеять страхи родителей, чтобы они, в свою очередь, смогли подготовить детей к психологическим нагрузкам во время экзаменов. Саровчан приглашают присоединиться к акции «Герой моей семьи». Проект к 75-летию Великой Победы запустил Общероссийский народный фронт. Организаторы акции предлагают создать в соцсетях народную галерею неизвестных героев, участников Великой Победы. Чтобы принять участие, нужно записать на видео рассказ о фронтовиках или тыловиках. Историю можно изложить и в текстовом виде. Материал необходимо выложить в любую соцсеть с хэштегами «Герой моей семьи», «Памяти героев Нижней». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Министерство обороны России напоминает, выпускники вузов и средних специальных учебных заведений имеют право заменить службу по призыву двухлетней службы по контракту в соединениях и воинских частях специального назначения. Соискатели могут рассчитывать на повышенные по сравнению с другими частями оклады, бесплатное медицинское и вещевое обеспечение, возможность получить жилье для себя и членов семьи. Более подробную информацию можно получить по телефону круглосуточной горячей линии 8 495 696 3222. Саровчанин вошел в число победителей конкурса профессионального мастерства. 4 марта в Арзамасе выбирали лучшего слесаря-сантехника Нижегородской области. Конкурс проходил в два этапа. Сначала участники соревновались в теоретических знаниях, а затем применяли их на практике. Варили участок трубопровода и собирали участок комбинированной системы водоснабжения. По итогам работы третье место в конкурсе занял слесарь-сантехник из Сарова Алексей Французов. На 8 марта жителям Нижегородской области обещают температурный рекорд. По данным синоптиков, уже сейчас воздух прогрелся до небывалого для начала весны значений, а к выходным станет еще теплее. В южных районах области, в том числе и в Сарове, столбики термометров покажут 9 градусов выше 0. Это почти на 10 градусов выше нормы. Разговор о творчестве и мастер-показ. В художественной галерее состоялась встреча саровчан с художниками Иваном и Светланой Ворожейкиными. Выставка работ живописцев под названием «Рука об руку» работает в галерее с начала февраля. Но сами авторы картин смогли приехать только спустя месяц. Они ответили на вопросы горожан и провели мастер-класс по живописи. Вот уже 30 лет Иван и Светлана Ворожейкины идут по жизни рука об руку. Помимо семейных дел и забот, супругов объединяет любовь к искусству. Оба они художники. Несколько месяцев назад они решили оформить свою первую совместную выставку и посвятить ее юбилейной дате. Этот юбилей у нас будет на следующий год, но этой выставкой мы предваряем эту серию, потому что мы сначала вот ее показываем в Сарове, нашим любимым. Потом у нас будет эта выставка показана в Нижнем Новгороде в музее Добролюбова. Потом, если все будет благополучно, на будущий год мы ее покажем в выставочном зале в центральном Нижнем Новгороде. Пейзаж в творчестве Ивана Ворожейкина занимает главное место. В каждую работу художник вкладывает частичку своей души. По словам мастера, пейзаж – это дом души художника. Вот уже больше 30 лет Иван Ворожейкин предпочитает писать картины акварелью по-сырому. Творчество Светланы Ворожейкиной представлено на выставке тремя техниками. Гуашью художница пишет небольшие зарисовки из провинциальной жизни. Акварелью предпочитает рисовать натюрморты, а батиком создает цветочные композиции. Акварель – это вообще моя любимая техника, хотя она очень отличается от Ивана Николаевича. Вот у меня она лессировочная, многослойная живопись. Вот. Батик, он интересен тем, что он очень такой яркий. Краски тоже чем-то перекликаются к акварелю, хотя они совершенно тоже, опять-таки, другие, но что-то общее такое есть, потому что можно ткань намочить и писать немного по-сырому в технике. На презентации выставки художники рассказали о том, откуда берут вдохновение, поделились историями создания картин. После того, как официальная часть закончилась, гости не спешили расходиться. Их ждал сюрприз от Ивана Ворожейкина – творческий мастер-класс. Взяв в руки кисточку, художник нанес на сырую бумагу один штрих желтого цвета, потом фиолетового и синего. Волшебным образом на листе оказалось светло-голубое небо. После мастер смочил кисточки и нарисовал снежный покров, деревья и солнце. В итоге получился весенний пейзаж. Техника акварели по-сырому, она очень доступна для любого человека, особенно для взрослого. И для многих людей это может явиться, ну, таким начало, может быть, какого-то вот такого самовыражения. Выставка семьи Ворожейкиных в художественной галерее продлится до 18 марта, без возрастных ограничений. Более подробную информацию можно получить по телефону 70287.
Саровский драматический театр представит новый спектакль – комедию по произведению Николая Гоголя «Игроки». Зрители будут наблюдать за психологической схваткой плутов-картежников в исполнении ведущих артистов. Режиссером новой постановки стал Сергей Аханов из Екатеринбурга. На генеральной репетиции «Игроков» побывала и наша съемочная группа. Комедия «Игроки» – это преступление и наказание карточных шулеров. История о том, как даже самого закоренелого обманщика можно обвести вокруг пальца. Спектакль идет 1,5 часа. За это время саровчане смогут окунуться в атмосферу 19 века. Характеры и речь героев, костюмы и декорации соответствуют эпохе, которая описана в пьесе Гоголя. Отклонений от текста и современных интерпретаций в спектакле нет, но это не лишает его актуальности. Злободневна ли эта пьеса сегодня? Конечно, злободневна. И не столько игроки – это игроки, которые играют непосредственно в карты, а это игроки, которые мошенники, плуты. Вы посмотрите, сколько нас сегодня окружает плутовства и мошенничества в нашем мире. И вот и наша, если говорить по Станиславскому, сверхзадача постановки и сверхзадача постановочной группы – это, дорогие наши граждане, будьте бдительны! Все роли в спектакле исполнит мужская половина саровской труппы. Режиссер из Екатеринбурга Сергей Аханов работает в нашем городе впервые. Он убежден, что ставить классическое произведение нужно в соответствии с изначальным замыслом автора. Многие режиссеры сейчас вот и в Амхате ставят классические пьесы в современных костюмах, говорят о том, что ну когда-то это было написано. И я приверженец того, чтобы все-таки классику, чтобы она оставалась классикой. Она, если она современна, то мысли, которые в ней заложены, они будут современны. Главные персонажи комедии действуют под девизом «Ловкость рук и никакого мошенничества». Можно ли считать плутовство и обман искусством? Ответить на этот вопрос зрители смогут 6 и 8 марта в Саровском драматическом театре. Для лиц старше 16 лет. Смартфоны, планшеты, музыкальные плееры, наушники, электронные книги уже давно стали частью жизни практически всех людей. Основная функция большей части таких гаджетов – выход во всемирную паутину. Люди проводят огромное количество времени в сети, иногда даже больше, чем в реальности. Для того, чтобы разрядить обстановку и остановить виртуальную зависимость, создали международный праздник «День выключенных гаджетов». Готовы ли вы отказаться на день от телефонов, планшетов и других средств? Нет. Почему? Потому что мне связь нужна. Потому что мне звонят со всей страны и со всего мира. Как отказаться, объясните? Почему бы нет? Просто как средство общения используется, не более того. Ну а зависимы вы вообще от телефона? Да нет, в моем возрасте нет. То есть, может быть, кто-то моложе, да, а я нет, независима. Как чем? Обыкновенным телефоном или просто близким общением? Между собой, как говорится, приятнее, когда общаешься все-таки. Не то сейчас с этими гаджетами люди забывают, что такое теплота, душевность. Как говорится, все переходит на одни телефоны, сидят в них интернетах. Время немного уходит. А вы готовы вот отказаться на день от телефона? На день готова. На день это легко. Для детишек, для мужа. А прямо сейчас готовы выключить телефоны свои и отказаться вот от связи, от средств связи? Прямо сейчас? Ну, сейчас, наверное, можно, нет. Можно? Давайте. Все, включился. Отлично. Скажите, чем вообще полезен интернет? Информация. Это, наверное, основная его прелесть. Но сегодня готовы, да, отказаться? Да, да, вполне. Если это сегодня праздник такой, можно отказаться. А скажите, а чем можно вообще заменить вот телефоны и другие? Общение с людьми, с друзьями, с родными. Ну, без них как-то, наверное, уже сейчас не современно, нельзя. Не готов. Почему? Ну, потому что нужно все. Без этого никак нельзя. Я не вот тебе любитель прям там сидеть, честно. Поэтому я могу отключиться даже на 2 недели. Опрос показал, что провести 24 часа без девайсов сложно. Это вызывает эмоциональное потрясение у людей. Но были и те, кто готов отказаться от телефонов на целые сутки. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.